Well, Sergei, congratulations on the victory. I know it's not your job to stop fights, but what was your reaction when the referee jumped between you and Derrick Lewis? Сергей, поздравляю с большой победой. Я знаю, это не твоя задача, не твоя работа останавливать бой, но какие у тебя вообще, какое у тебя мнение насчет того, что бой остановили так быстро? Ну, там профессиональный рефери, он все видит хорошо, поэтому я считаю, что все сделано профессионально. Никаких вопросов. The ref is a pro, and I think he did his job. He did his job well, so I don't have any questions about the stoppage. I think it's a good stoppage. When you hurt him, was that moment that you capitalized on? I think you clipped him with a hook. Did you know you could capitalize on that punch specifically, or did you just see it in the moment and jumped on it? Когда ты понял, что ты нанес ему урон, когда ты ударил этим хуком слева, ты понял, что он как бы он в панике, и что нужно его добивать? Да, я увидел по его глазам, что он теряется. Назад надо было на бордере вести дело до конца. Yeah, I saw it in his eyes that he was losing it, that he was kind of going away a little bit, so I knew that I had to press on and finish it right there. Was there any sense in, we asked you this at media day, he can get hurt and then his opponents will run in and he'll explode with an attack, he will bait you in. Did that cross your minds, maybe be a little cautious when you hurt him? Мы тебя спросили это до боя тогда еще, что такое бывает, что его одним ударом как бы чуть-чуть урон наносит ему, потом быстренько на него бегут, а он вдруг возобновляется и таким образом добивает своего оппонента. У тебя было какое-то такое, надо аккуратно, он, может быть, меня заманивает таким образом? Ты знаешь, если ты посмотришь мои бои, у меня такой же стиль, я не боюсь рубки. You know, if you look at all my fights, I have the same style. I'm not worried about throwing punches. And of course, this win will probably put you in the top 10 of UFC heavyweight division. How often do you want to fight this year? Because like we didn't get to see you for a few years. I believe this is your first fight in America. Do you want to come back here? What do you want the rest of your year to look like? Скорее всего, ты попадешь в топ-десяточку после этого боя. Как часто ты хочешь сражаться? Хочешь ли ты еще раз сражаться в этом году? Потому что, по-моему, 2 года мы тебя не видели. Это, наверное, твой первый бой в Америке. Поэтому как часто ты хочешь это делать здесь? На самом деле хочу, чем чаще, тем лучше, но у меня после лондонского турнира вообще не было отдыха. Можно сказать, как правильно ты сказал, что 2 года не было видно меня. У меня был такая большой голод был к боям, и после Лондона я практически не отдыхал, 4 месяца готовился упорно к этому бою. Сейчас я хочу приехать, отдохнуть, потом с своей командой принимем решение, как правильно все делать. You haven't seen me for 2 years, you're absolutely right to mention that, but after the London fight, I pretty much didn't have any rest. Right after the London fight, I had 4 months to prepare for this fight, and that's what I did. I had no rest, so I'd really like to go home, rest up a little bit, and then me and my team will decide what we're going to do next. Can I ask you, I know this fight has been talked about a lot, but John Jones and Stipe might fight, and they're two of the best fighters of their generation. How do you think the fight between those two would go heavyweight? Я могу тебя спросить про бой между Стипе Миочичем и Джон Джонсом. Это очень много людей говорят про этот бой. Как ты думаешь, как пройдет этот бой между ними? Они считаются самыми лучшими двумя бойцами своего поколения, как ты считаешь? Да, я с тобой соглашусь, что это очень интересный бой. Здесь, я думаю, как и у всех остальных зрителей, нам будет очень интересно посмотреть, какой бой произойдет и как это вообще будет выглядеть все. Yeah, I agree with you. It's going to be a very interesting fight, and I think all of us, and me including, are going to be really interested in seeing what kind of fight they'll show and what kind of fight they'll bring. Just one for me. What does it feel like this to have, you know, the biggest win of your career so far against a guy like Derrick Lewis who's been around? This was his 25th UFC fight, but to be met with, you know, all of the boos fighting in his backyard. 25-й бой в карьере Льюиса, ты его победил, так феерично победил. Что для тебя это значит, победить его в его штате? Очень много людей тебя хаяли сегодня, но все равно ты забрал победу. Да на самом деле я перед боем говорю, если посмотреть интервью, он такой же человек, как мы. Не знаю. Да, это громкое имя, это очень хорошо, что у меня была возможность подраться с таким бойцом. Но самое важное — это трудиться. Если ты будешь трудиться, неважно с кем драться, главное — делать свою работу. I've said it before, I mean, he's just a human being, just like all of us. So as long as you work hard, as long as you train, as long as you keep going towards your goal, it doesn't matter who you're fighting with, so I didn't care about that.